Двоих из трех задержанных по делу об убийстве предпринимателя и ребенка отпустили из СИЗО. Уроженцы Азербайджана уже вернулись домой в Абдулино. Оба, как выяснилось, занимались забоем и продажей мяса в муниципалитете. В СИЗО до сих пор остается третий подозреваемый. Как сообщает представитель стороны защиты, его клиенты находились под стражей в общей сложности 10 дней. Постановление об освобождении подписала сторона следствия. Адвокат также объяснил, у обоих мужчин имеется железное алиби в день убийства предпринимателя и его сына. Кроме того, сегодня ряд интернет-СМИ, ссылаясь на сторону защиты, заявили, что третий подозреваемый тоже не может быть причастен к совершению преступления. Мы следим за ходом расследования.